в Лос-Анджелес к Наталье. Наталья, слушаем тебя. Я? Я хотела сегодня спеть песню, которую я услышала тоже недавно, буквально неделю назад, и сразу же хотела тоже ее Я спеть. отпела. Вот. Ну, конечно, облажа. Веронике Долиной я так, ну, увидела, что я увидела в исполнении Вероники Долиной песню «Любите меня». И вот сам припев меня очень сразу, ну, тоже покорил, и я захотела ее спеть вам. А вчера вот я увидела тоже пост от Владимира, вот именно про «Любите меня», и узнала тоже в среду еще у Марины в буфете, что, оказывается, не только Вероника Долина, а вот припев она у Бережкова его взяла, и вот он, этот припев очень меня вот как бы заманил сразу. Вот, в общем, спою вам. Может, потом что-то Владимир, какие-то у него будут рассказы или что-то на этот счет. Так. Когда б еще не спел тот голос глуховатый, когда б еще была та женщина жива, тогда бы я себе ни в чем не виноватой пропела бы наконец негромкие слова. Пока я жива, пока не остались только голос да слова. Над озером стальным кружатся злые чайки, я в лодочке сама по озеру кружу. Хочешь, расскажу, что было без утайки. Не хочешь ничего, тебе не расскажу. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос да слова. Не тронь моих стихов, письма не распечатай, кругом такая тень, я не найду огня. Коротенький припев любви моей ходатай, проси же обо мне, проси же за меня, любите меня, пока я жива, пока не остались только голос да слова. Пока я жива, пока не остались только голос да слова. Спасибо большое. Так хорошо у тебя получается, таким голоском вообще просто прелесть. Спасибо. Лариса, можно два слова сказать? Конечно. То есть я не буду петь песни, не буду танцевать, но так, вне очереди. Я хочу поблагодарить Наташу за исполнение вот первой песни.
«Любите меня», которую исполнила Вероника Долина. Я ее помню исполнение в Хьюстоне в 97-м году. А она взяла слова из припева песни Владимира Бережкова, моего друга, с которым мы вот общались, встречались. Я его записывал в выступление. Он написал песню, посвященную Вере Матвеевой в 83-м году, то есть 37 лет назад. И вот на прошлогоднем фестивале в Израиле Ковчеге ее исполнили блестящий дуэт «Цудоки», то есть Фанечка Суткович и Катя Удаль. Наталья, спасибо большое за исполнение, а всем спасибо за внимание, что меня выслушали. Спасибо вам. Спасибо вам.